Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Idol Герои Симулятор. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него будет как всегда в описании. А перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну из этих реклам. Далее на сайте побудьте где-то 10-15 секунд и можете уходить. Идем дальше. Значит, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits. И здесь выбираем предложенный чит. Пока что их два. Старый сплэш. Используйте любой, какой хотите, какой вам больше нравится. Сразу скажу то, что сплэш используется с ключом, стар без ключа. Сегодня в ролике буду показывать стар. Далее, возвращаемся обратно. В поиске пишем Idol Герои Симулятор. Нажимаем поиск. На данный момент пока что есть только один скрипт, но в дальнейшем их будет больше, потому что пока что еще не создали. И вот это тот самый нормальный скрипт, который я нашел. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в Roblox, открываем чит. Сразу заходим в настройки и меняем DLL на CRNL. Потому что, как вы знаете, сейчас DLL от VRDevs довольно плохо работает. Я не знаю, что с ним случилось. Пока что они до сих пор проблему не могут починить. Короче, если вы будете использовать DLL от VRDevs, то вас будет кикать. Там буквально, может быть, вам несколько минут даст этот DLL поиграть. Далее у вас возникнет кик. И кик этот пропадет только спустя час. CRNL, если что, используется с ключ-системой. Далее, возвращаемся обратно. Вставляем сюда скрипт заранее. Нажимаем кнопочку Inject. Ждем, пока заинжектимся. Отлично. Как вы видели, появилось окошко. Ключ я уже сегодня получал. Если вы ключ не получали, у вас это окошко останется открытым. Далее там будет ссылка, вы ее копируете, вставляете в поисковую строку браузера, ну то есть переходите по этой ссылке. Потом проходите капчу, вас перекидывает на сайт, вы на том сайте ждете 15 секунд. Опять переходите по этой ссылке, проходите капчу, ждете 15 секунд. И так нужно сделать около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас уже покажется сам ключ. Далее вы его копируете, вставляете в это окошко, которое у вас открыто. Нажимаете Enter, и у вас происходит инжект. Потом нажимаем кнопочку Xcode. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Так, все отлично. А вот он появился. В принципе, функций не так уж и много, но вроде бы работают они отлично. Значит, первая функция — это автофарм. Включаем ее и смотрим, что происходит. То есть мы начинаем дамажить вот этого моба, который появляется. И довольно быстро, кстати, его убиваем даже. Далее. Есть кнопка автогерой. Сейчас нужно накопить монеты. Первый герой у меня стоит 16 монет. Включаем эту функцию и смотрим, что происходит. Ну, короче, в теории он должен был купиться, но почему-то он не купился. Автоапгрейд — это, скорее всего, тоже для героя. Автолевел — это, короче, когда мы убиваем 10 мобов, мы автоматически можем скипнуть, то есть пройти на другой уровень. Давайте, в принципе, это вам покажу. Сразу включим эту функцию. Осталось, получается, убить еще 3 моба. В принципе, я думаю, довольно быстро сейчас их убьем. И пойдем в магазин, купим героя. И попробуем включить функцию автогероя. Посмотрим, что она делает. Я думал то, что эта функция автоматически покупает его, но нет. Оказалось, не так. И как видите, уровень у меня сам автоматически дальше прошел. Так, значит, идем в магазин. Также, кстати, есть другие функции. Нажимаем сюда на три полоски. Автоклейм, заходим. И можем автоматически собрать вот этот сундук. Включаем, проверяем. И, к сожалению, эта функция не работает. А, нет, сработало. Все, просто чуть-чуть подождать нужно было. Отлично. Значит, эта функция работает. Все четко. Автоопен — это, короче, автооткрытие сундуков.
Их вроде бы сначала купить нужно, если не ошибаюсь. Ну, давайте сначала героя купим. Перед этим давайте еще проверим эту функцию. Может быть, он сейчас сам купится. Да, отлично, он сам купился. Даже, скорее всего, у меня там два героя купилось. Вроде бы как. Ну ладно, самое главное то, что она работает. Просто нужно, скорее всего, рядом вот с этим героем стоять. Либо просто у меня долго грузило. Долго думал скрипт сам. Далее, давайте купим какой-нибудь сундук. Ну, допустим, вот этот обычный. Покупаем. Ага, и здесь он сразу открывается. Окей. Значит, заходим в автооткрытие сундука. Далее здесь выбираем чест. Wooden выбираем. Так, давайте отсюда выйдем пока. Все, выбрали. Далее нажимаем кнопочку Chest to Open. Так, все, отлично. У меня монеты, то есть гемы потратились, сундук купился. Все открылось. Смотрим, что мне выпало. Даже почему-то два предмета мне выпало. А, нет, у меня один был. Ну, короче, да, эта функция работает, отлично. Одеваем самый сильный на 6 дамага. Далее, бежим обратно. И смотрим, что происходит. Герой автоматически дамажит этого моба. Давайте попробуем еще раз эту функцию включить. Короче, да, эта функция все-таки покупает автоматически нового героя. Больше эта функция ничего не делает. Автоапгрейд — это улучшение, скорее всего, этого героя. Давайте посмотрим. 11 монет стоит. Проверяем. Да. Автоапгрейд тоже работает. Он стал вторым уровнем. Отлично. Ну, в принципе, на этом функции закончились. Все функции показал. Давайте с новым мечом будем дамажить мобов. Как видите, намного быстрее пошел фарм. Отлично. Не помню, сколько точно там новый герой стоит, но давайте попробуем его купить, получится или нет. Нет, пока что не хватает, окей, давайте еще чуть-чуть подкопим. Возможно, сейчас получится. Так, проверяем. И до сих пор почему-то не получается. Я не знаю, сколько он там точно стоит. Также давайте уровень пройдем. Все, отлично, уровень прошли. Давайте 150 монет накопим. Я думаю, должно хватить на нового героя. Так, давайте пока эту функцию выключим. И проверяем. Так, я нажал кнопочку Yes, и у меня, кстати, потратились монетки. Но только почему-то нового героя... А, нет, вот он появился. Короче, да, эта функция покупает автоматически нового героя за вас, но перед тем, как чтобы он купился, вам нужно нажать кнопочку Yes. Ну, в принципе, довольно прикольный скрипт. Я для вас сегодня нашел. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, напомню, то, что будет в описании. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Айзбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.